Главная цель – это определение степени готовности объекта к сдаче в эксплуатации. Конечно, в первую очередь обращается внимание на наличие приборов учета, самих приборов, те, которые должны быть, газовые котлы, комплектность квартир согласно проекту, ну и, конечно же, качество выполняемых работ. По результатам проверки, если она закончится без отклонений от проекта, без обнаруженных отклонений от проекта, без замечаний и нарушений, значит, дальше мы выдаем акт проверки, как мы говорим, положительный, что дает право застройщику обратиться к нашему же органу за получением документа, который называется ЗОС. Соответствие строительства действующему регламенту. ЗОС – это тот документ, который застройщик предъявляет в правительство для получения уже ввода в эксплуатацию. Строительство второй очереди комплекса «Акварель» было начато в начале 2014 года и фактически завершено в конце 2015 года. Данный жилой комплекс имеет 170 квартир и 48 гаражей, паркомест. Данный жилой комплекс имеет 170 квартир. Квартиры 1, 2 и 3 комнатные. Однокомнатные квартиры от 40 метров, двухкомнатные 64 и трехкомнатные 76. В данном жилом комплексе сделано автономное теплоснабжение, установлены индивидуальные котлы. Выполнено благоустройство прилегающей территории. Как вы уже ознакомились, видели детские площадки. С наступлением теплой погоды мы выполним посадку зеленых насаждений. Зеленые насаждения наша компания на предыдущих жилых комплексах Сан-Сити, античный, уже несколько лет выполняет благоустройство. Это посадка травяного покрытия, это многолетние растения, хвойные растения. То есть это, вы можете увидеть это на предыдущих комплексах, это все растет и действительно украшает наш район. Специальное травмобезопасное покрытие степь, оно защищает детей от вероятных травм при падении. Стандартный срок передачи от ввода объекта до передачи жильцам – это 120 дней. За это время компания передает жилой дом управляющей компании, а управляющая компания, соответственно, оформляет договора с энергоснабжающими организациями. И только после этого возможна выдача ключей и производство ремонтных работ. В данном жилом комплексе наша компания участвует в программе отселения из ветхого аварийного жилья, и 27 квартир готовятся по этой программе.